В Златоусте расстреляли дорогой внедорожник. Вот что стало с автомобилем. По данным владельца машины, компания из трех человек выпивала, стреляя по бутылочкам. Но на утро он обнаружил на стекле своего авто такое вот меткое попадание. Во дворе висят камеры. Запрос на получение кадров хозяин авто уже сделал и теперь ищет стрелков. С них он надеется получить деньги на ремонт автомобиля. Там же, в Златоусте, машина влетела в столб. Это уже последствия ДТП. По предварительным данным, за рулем была женщина. Легковушка попала в колею, а автоледи не смогла удержать управление.